это выяснить. Призывает клубного оператора показать видео. Как раз, наверное, когда просмотрит этот момент, у меня уже будет готово стихотворение. Послание этим трем замечательным хоккеистам. Без этих ребят не могу я представить команду родную свою. Они потрясающе, ярко играют, себя не жалеют в бою. Ведь выйдя на лед, они бьются нещадно за город, за клуб и за нас. И в каждой игре эти парни стремятся показывать высший свой класс. Получает он пас от Волкова. На Бабчука, может быть, передачу удастся сделать. Аверин! Еще один бросок, еще один гол! Ядра! Все, посыпалось, Лада. Серега, пешки включай! Пешки включай, ты че? Я ж замерз. Рубль дадите, я вам два дам. Рубль найдите? Найдите. Что быстро у вас новые ножницы кончились? Знаешь, Карсберг стекло половинка. Туборг, Грин стекло целый. Так, Балтика 9. Семерка, жесть одна. Сибирский бочонок, классика, 2,5-2. Ксюшенька, скажи, сколько денег? Для фаната не прийти на домашнюю игру, это болезнь или смерть близкого человека, или твоя лично. То есть, вот только так, никакие отмазы по работе не считаются. Я на работе задержался. Если он не пришел, это уже все, это плохо. Фанат обязан просто несколько выездов за сезон сделать. Если он не сделал, это уже все, на нем очень большое жирное пятно стоит. Вот. И поэтому человек, который не сделал ни одного выезда, хотя бы в своей жизни, вот, он вообще не имеет в принципе права именоваться фанатом там каким-то. Для фаната это вообще просто смысл жизни фактически. Это вот абсолютное счастье. Ничего больше людям в этой жизни, по-моему, не надо. Денег нету, блин, пофигу. Работа, пофигу. Я обязан съездить куда-то. Я обязан за команду потопить в другом городе. То есть, Сирикин, ну, есть наличие? Есть, есть. Я ни одной домашней игры не пропустил еще. Да ну все, усилились. Вот у них три вратаря, Фомичев, Лоусон, Ключников. Все вратари на уровне, даже трудно выбрать вратаря на матч. Короче, мама, лучше уже там быть пораньше, лови маршрутку. Да вон уже автобус. А, автобус? Да. Нет, уже я с боем, но буду пробиваться. Полный билет. Полезли, мам. Да, ты полезешь, там некуда. На подножку, на ступеньку. Нет. Мам, да ты не пробуешь. Ну куда пробовать-то? Некуда. Давай маршрутку ловить. Вот я на 100% даю гарантию, что я бы вот залезла туда. Ну невозможно уехать. Куда ты залезла? Ну я же ехала уже на двух ступеньках. Ну ехала, это невозможно. Ну что ты? Я вот думаю сегодня на наших тыщенку заглядеть. Я пойду в лотерейный билет куплю. Что там за коэффициент, интересно? Здорово! Привет! О, Тихон Алексеевич! Здорово, что-то как-то пустына на пятаки там. Здорово! Не дуй, я разобью сейчас, не дуй! У меня вот такой вопрос. Кто идет на хоккей сейчас? Все, идем, пойдемте. Хорошо. Пойдемте. Все, пойдем. Да, был у нас преподаватель в том году. Обожал хоккей. Заводил разговор о хоккее постоянно на переменах во всяком случае. И он мог на полчасика раньше с пар своей отпустить и сказать,
я знаю, что сегодня играет «Авангард». Вам нужно или на арену успеть, или до дома успеть доехать. Да, уже 6 часов. Всего 6 часов они уже. Кстати, остановки не объявляют, поэтому будьте очень внимательны. А то за разговорами о любимой команде проехать недолго. Знаешь поговорку, чем оптимист от пессимиста отличается? Что оптимист видит, что стакан с водой наполовину полный, а пессимист, что он наполовину пустой. Вот так. Согласна? Я была бы тебе признательна, мама, если бы ты мне вернула билеты. Фу, что-то вообще меня... Что я буду плясать? Я не спал, кстати, за последние 2 дня я спал часов 8. Вчера мы жрали до 3, у кореша лучшего днюха была. А позавчера в интернете лазил. Но больше я после этой поездки на «Газели» в жизни не поеду никуда, на этой сидушке. А как эти герои до Казани наехали на «Газели», это вообще просто ум. А, да, да, да. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься! Все Отечество пожалуйста. Воды возьми. Воды возьми. Thank you.
какая-то портянка. Так, это 30 ноября идет. А какой год? Вот, так, секунду. Так, «Авангард Торпедо», «Авангард Витязь», привет, «СКА», вот, «Атлант», «Атлант Авангард» и «Северсталь Авангард». Ну вот «Авангард», «Атлант», вот если вот, вот пятница, вот хороший день, да, вот если вот надо сейчас просто посмотреть, это вполне возможно, если будет трансляция, то тогда в этом, в Пушкине будет. Ну. Ну и можно и на хате где-нибудь, потом... где-нибудь зависнуть, где-нибудь. Да! 0-0 пока. Хорошо, давай. Если бы вам сказали, вот не владеете вы какой-то информацией по поводу каких-то личных встреч между этими командами, таких встреч было всего 3, в первом же матче чемпионата у себя на домашнем льду выиграли, причем в очень упорной борьбе, и основное время завершилось ничью 0-0, так что пока «Авангард» не знает вкуса побед, когда встречается с командой «Витязь». Куда вы, ё-моё, прёте? Я уже ничего не могу сделать. Ага, фиг тебе! Ну, пожалуйста! Нет! Нет! На этом можно деньги делать, даже по улице, вот на тенге можно делать деньги. Это выезд к отцу, я так счастлив вообще. Первый. Ай, хорошо вообще, такая вещь. А ты помнишь вообще, сколько у тебя выездов? Я сегодня считал, вот у меня будет 18-й. У меня? У меня 18. У меня уже штук 80. Че, по малолетке накатал? Утром приходим в технарь. Че, куда выезд ближайший? Там Москва, а есть деньги. Да нет денег. Что, на собаку? Да поехали на собаку. На вокзал пошли на собаку, сели, поехали. Все. Я вот так же спонтанно ездил, но как бы мы вообще просто так в Тюмень поехали. Ну и с их вот там на собах тоже, прикинь. Здорово, Тихон, ты где? Как твоя фамилия, Тихон? Ты где? Ты сюда иди. А, ты трезвый, что ли? А. Ну сейчас мы скоро подойдем. 5-е. Помнишь, что мы только там завтра уже. После завтра вчера. Сейчас уволен. Завтра, говорят. Тихон там на лавочках, кстати, сидит. Он говорит, я не жру. Пойдем туда на лавочку. Пойдем? Шесть есть. У тебя жига есть? То у меня это спички неудобно прикуривать. Че, может это зарядим что-нибудь? Пит-стоп сразу есть. Пит-стоп! Пит-стоп, да. Словом, мы все больны хоккеем, мы все больны хоккеем, за «Авангард» умрем. Словом, мы все больны хоккеем, мы все больны хоккеем, за «Авангард» умрем.
я фильм с Ван Даммом смотрел. Больной удар. Где Ван Дамм у воротах стоял. Че там Яромир Ягр пас отдал. За секунду до конца гол забил. Ястреба! Ястреба! Опять же вынесем и все, а потом коробки. Рубль дадите, я вам два дам. Две. Бочонок крепкий 2,5. А, классика 1,5-2. Давай, давай, ладно, пока. Настроение-то у подопечных Игоря Никитина, главного тренера «Авангарда», наверное, неплохое, потому как с выезда команда привезла 6 полновесных очков. Выиграны матчи за Коливом у «Спартака». Это как раз 1 сентября матч состоялся. Затем, может быть, несколько неожиданное поражение 2-3 от Ревизбурга ФВД. Ну и последний матч буквально 2 дня назад в Ярославле. Я думаю, что многие любители хоккея имели возможность наблюдать эту встречу. Выиграли очень упорно в армии. Основное время завершилось ничего 0-0. Единственная шайба была заброшена только в овертайме. Причем в самом конце этого овертайма